В общей сложности 560 человек сегодня было эвакуировано из украинского города Горловка на территорию России. Женщин, детей и мужчин пенсионного возраста продолжают доставлять к российской границе, где их встречают сотрудники МЧС России. Как сообщили местные власти, завтра планируется эвакуация еще 250 человек. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе событий.